Всем здравия! Подошло время подвести итоги нашего конкурса. К сожалению, по моей вине, голосование было весьма странным, так как, планировав провести его в сообществе канала, я не проверил количество пунктов выбора в вопросе. И когда уже опубликовал видео, я начал настраивать голосование, и на мое удивление оказалось, что в одном опросе можно выбрать максимум 5 пунктов. По этой причине пришлось разбить участников на 3 группы. На будущее я учту это недоразумение при проведении новых конкурсов. Как я говорил уже ранее, участников было 15, а в голосовании приняло участие 401 человек. В результате подсчетов определились победители. На третьем месте участник под номером 7. За него проголосовало 128 человек. На втором месте участник под номером 5. За него проголосовало 139 человек. И на первом месте участник под номером 13. За него проголосовало 144 человека. Конкурс получился хорошим. Я считаю, что он удался. Я искренне рад, что у нас получилось такое организовать. И надеюсь, мысли и идеи участников послужат ключом к сознательности зрителей. Спасибо всем, кто поддержал идею конкурса. Всех благ вам! Еще хотелось бы отправить 2 небольших подарка для самых молодых наших участников под номерами 1 и 3. Так сказать, поощрительный приз к Новому году. Хотелось бы сделать акцент на этой книге, которая является частью приза. У меня их 2. Одна остается в моей библиотеке, а другая уйдет победителю. Об этом приходится говорить, так как не исключаю, что когда кто-то из подписчиков увидит книгу у меня на полке, будет кричать, что я всех обманул и розыгрыш фейковый, поэтому я даже сниму их вместе. Спасибо тем подписчикам, которые приняли участие в формировании подарочного фонда. Спасибо всем, кто участвовал, кто смотрел, кто был корректным в комментариях и тем, кто голосовал. Берегите себя, берегите близких.